Раннее утро. Это значит, люди спешат на работу. Большинство передвигается на общественном транспорте. А это, в свою очередь, означает плотное скопление в ограниченном пространстве. Как известно, в переходные сезонные периоды рост заболеваемости увеличивается, а в нынешней ситуации еще и усугубляется распространением довольно опасного и непредсказуемого вируса COVID-19. Именно поэтому контроль за соблюдением мер предосторожности так важен. Для проверок на транспорте по всей Московской области работает пассажирская инспекция. Совместно с местными властями они проводят спецрейды. В ходе таких мероприятий граждан предупреждают о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Это маски, респираторы. В случае нарушения применяются серьезные меры. Если человек далек от этого, как он считает, то в данном случае мы будем выписывать штраф согласно КоАП Московской области, статья 3.6, часть 4. Таким образом, ярых нарушителей, не желающих обезопасить себя и рядом находящихся, будут штрафовать. И эта мера скорее вынужденная, как говорят инспекторы. Однако порой именно строгие правила позволяют избежать серьезных последствий. Сейчас обстановка намного лучше стоит. 90%, даже можно сказать 95% масок по сегодняшним результатам проверки. Лилия Тимилова, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.